Привет! Хочу вам представить плоскую шлифовальную машину Makita 9046. Модель отличается высокой производительностью, приспособлена к длительной работе даже в тяжелых условиях. Мощный двигатель на 600 Вт сообщает рабочей платформе 6000 колебаний в минуту. При амплитуде в 5 мм это делает инструмент идеальным для первичной обработки. Благодаря маневренности модели для нее практически не существует недоступных мест. Абразивные листы могут закрепляться двумя способами – на липучке или зажимами. Для непрерывной работы предусмотрена блокировка кнопки пуска. Другими очевидными плюсами этой модели являются легкость, вес инструмента всего 3 кг, пылесборник в комплекте. И вы не забывайте, что мы рекомендуем только качественную технику.